Переговоры по коалиции в Германии начнутся 11 октября. Коалиционные консультации в ФРГ планируется начать уже в ближайшие дни. Предварительные консультации по созданию правительственной коалиции Германии начнутся уже на текущей неделе. Как сообщила глава Христианско-демократического союза, ХДС, канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 9 октября, в ходе совместной с председателем Христианско-социального союза, ХСС, Хорстом Зиехофером пресс-конференции в Берлине, двусторонние переговоры со Свободной демократической партией, СВДП, и Союзом 90 зелеными намечены на среду, 11 октября. На следующий день либералы из СВДП и зеленые намерены провести совместные консультации, передает агентство ЭФП со ссылкой источники в партиях. А в пятницу, 13 октября, впервые должна состояться общая встреча представителей всех трех политических сил. По словам Меркель, хорошим основанием для коалиционных консультаций и последующих переговоров должен стать достигнутый накануне партнерами по партийному блоку ХДС ХСС компромисс по вопросу о верхней границе числа принимаемых беженцев. Между тем зеленые отвергают предложения консерваторов по этому вопросу. Напомним, на недавних выборах в Бундестаг партия Мартина Шольца получила на выборах в Бундестаг 25% голосов. Союз ХДС ХСС 33%. Сразу после объявления предварительных результатов выборов Шольц заявил, что СДПГ идет в оппозицию. ХДС ХСС придется формировать коалицию с другими политическими силами. Источник. Русская служба DW. По материалам сайта news.com.